Ни дня без спорта в течение вот уже почти 90 лет. Мы уже рассказывали вам о Франце Францевиче Гаде, как об одном из самых старейших виндсерферов. Этим видом спорта он увлекается последние 30 лет. Когда-то серферов Франц Францевич увидел за границей и решил тоже попробовать. Теперь он систематически занимается на Волге в Воротынском районе. В начале августа Францу Францевичу исполнилось 89 лет. Но возраст его увлечением не помеха. Ну а залог всего – ежедневные тренировки. Спортивный день вместе с ним провел наш корреспондент Александр Алешин. Зарядку Франц Францевич делает каждое утро. Последние 80 лет не пропускает ни одной. Если не двигаешь, заплывешь совсем и сам себя задушишь, жир задушит. Молодец. Потому что здоровый образ жизни ведет, да, о своем здоровье заботится. Физическая подготовка – залог бодрости и хорошего настроения. Хороший пример для молодежи и для стариков. У меня у мамы 88 лет. Она, конечно, очень плохо выглядит. Ноги не ходят и все такое. А он молодый, так не выглядит, как он. Молодец. После 30-минутной зарядки на свежем воздухе, 2 часа отдыха, а затем зарядка дома. Сбрасываю подушку к чертям на пол. Вот. Лежу минут 10. Первое упражнение я вот так вот. И раз, и два, и три. 8 раз. Перед всеми упражнениями обязательно надо передохнуть. В зависимости от возраста. Молодому можно быстро, вот как я сейчас. А постарше надо обязательно отдохнуть, подышать глубоко. Делаю еще одно упражнение. Вот такое вот. Коленки сюда и вращаю. В одну сторону раза три и в другую раза три. Потом еще велосипед. 4 раза в одну сторону, в обратную сторону. Без этой физкультуры я бы давно загнулся. Я вовсе не такой уж здоровый и сильный. У меня совершенно нет зубов, у меня все вставные. У меня оба хрусталика вставные. Раз, два, раз, два. Это вот очень помогает. А так вот гнуться и прочее не надо, потому что портишь себе этот позвоночник. На здоровье влияет, когда не меньше 3-4 месяцев изо дня в день, тогда почувствуешь, что что-то есть. Вот это тоже, сколько существует эта квартира с 82 года, сразу вот это у меня висит. Вот так вот повисеть для того, чтобы расслабились, особенно позвонки, чтобы разошлись. Можно подтянуться, раз, вот. А еще на самочувствие Франца Францевича влияет музыка. 2 раза в неделю к нему приходит на дом педагог, и он берет уроки вокала. Дождь чуть повыше, я его не слышу, я его не вижу, я все жду тебя.